жизнь, аура добра и света, любви и взаимопонимания. И сегодня я хочу представить на ваш стол свою новую книгу, свою новую работу, которая называется «Сердце на ладони». Музыку написал Поляков Валерий Александрович из Омска. Как музыкальные поздравления, он сейчас Памелу нам ее прислал. Я ему очень благодарна, он просто приехать не смог, там депутатские всякие дела. Поэтому вот музыку, которую он написал, я хочу вам. Замолкла лето музыка, погасла полночь свечи. Закончен бал мечты, красоты. Как тень грома от зуба, сияние звездной ночи. И был со мною Толи, не был ты. А флейта ласкали нежною, по сердцу мягко перышком, и радость распирает грудь огнем. Чудо зернышко за звуками уносимся вдвоем, за звуками уносимся вдвоем. Я хочу поблагодарить Валерия Александровича. Я думаю, песня очень красивая, удалась, и все вы будете ему аплодировать как композитору.